Да нет, сумасшедший народ. Они как раз самые нормальные люди, они правильно отражают мир. Но если гений Коперник сказал, что Земля крутится, все ему сказали, что он чокнулся. Галилео Галилей тоже сказал, но он грамотно поступил. Он понял, что его сожгут. И отказался. Но про себя он остался перед смертью, сказал, а все-таки она вертится. А Джордано Бруно полный дурак. Он продолжал утверждать, что Земля вертится. Ну, сожгли его.